по-моему, все очень великолепно сказано, и поздравления прекрасные. Я только, как настоятель, могу сказать, я так настолько радуюсь, что не иссякает поток вот этих красивых молодых людей в наше духовное училище. Как нам не предсказывали, что все отвернутся от церкви, ничего не получается, Бог поругаем не бывает. И дай Бог, чтобы до скончания века все больше и больше приходило людей к нам сюда, чтобы больше и больше молодых людей хотели бы спастись. Ну а роль и задача преподавателей, духовенства – это помочь вам в этом. Мы сегодня слышали прекрасные слова, которые были произнесены, прекрасные проповеди сегодня звучало. Это все наставление для нашей жизни, которое, смысл которой в том, чтобы спастись. Это самое главное для нас. Ну, а моя задача как настоятеля, если Владыка позже немножко, после того, как мы собор закончим, будем разговаривать о дальнейшем расширении Минского духовного училища, если будет благословение, вот преподаватели там бедные страдают от этого, меня все время там останавливают и просят о том, чтобы какие-то как-то решить вопрос о расширении новых помещений для Минского духовного училища. Если будет благословение, то, конечно, мы будем об этом думать, у нас земли достаточно, где можно будет построить и то, что вы страдаете, и ваше общежитие, и так далее, все это можно будет воплотить. Но это будущее время, как Владыка благословит. С праздником вас сегодняшним! Жалко расставаться с теми, кто надеюсь, что будете приходить сюда все-таки. Да, и мы будем все-таки еще видеться. Спасибо, Господь, всем вас, дорогие друзья.